Сегодня в Чебоксарах чествовали кооператоров. Торжественную церемонию посвятили 185-летию потребительской кооперации России. Плоды их труда можно было увидеть в фойе театра оперы и балета. Столы ломились от всевозможной выпечки, овощных заготовок, мясных деликатесов и соков. Повара районных кафе сегодня устроили негласный конкурс на самое вкусное блюдо. Глава республики оценил старания работников по достоинству. Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии выстроена эффективная система потребительской кооперации. Сейчас в этой сфере трудится более 8 тысяч человек. Годовой оборот Чувашпотребсоюза превышает 11 миллиардов рублей. Итоги плодотворной работы на местах оценили и в Москве. В прошлом году Аликовское райпо было признано лучшим в стране. Вот эта целостная, мощная система работала как на едином дыхании, так и работали. Инвестиции огромные вложили для того, чтобы покупателю было удобно, чтобы отношения вами, это сотрудниками уже целостной системы Чувашпотребсоюза, были выстроены своими покупателями. Это очень важно. И вот принцип доверия и уважения – это как основной принцип вашей деятельности, и между покупателями он выстроен. Лучшим кооператорам вручили награды. Сразу 4 специалистам сегодня присвоили звание заслуженных работников сферы обслуживания Чувашии. На сцене чествовали и тех, кто обучает этой профессии. Наталья Барабаш больше 9 лет работает преподавателем в кооперативном техникуме. Недавно в учебном заведении начали готовить специалистов гостиничного сервиса. Подъем кооперации нуждается в молодых и высококвалифицированных специалистах, владеющих профессиональными компетенциями и общими компетенциями. Я считаю, что система рекуперации может и развиваться и в туристической области, то есть развивать туристическую индустрию Чувашской республики.